По примеру ульяновцев, в Казани прошли товарищеские матчи между командами по мини-водному поло. Среди участников ульяновская команда «Спартак», от Казани команды «Максимус» и «Олимп». Первое, что бросается в глаза – размер бассейна. Казанцы играют в небольшом 25-метровом бассейне фитнес-клуба. Тем не менее, это не мешает спортсменам выигрывать. Мы приехали в обычный бассейн в Казани, который не отличается большими размерами, но при этом ребята сделали здесь площадку, получают удовольствие от игр, притягивают все новых и новых людей в водное поло. В мини-водное поло играют как любители, так и экс-профессионалы. Казанская школа водного поло – одна из самых сильных в России. Интерес растет к любительскому водному полу для тех ребят, кто закончили карьеру. В общем-то, я думаю, неплохая практика – оставаться в форме, поддерживать отношения. Ну и вообще сам азарт. Ветеран этого тяжелого вида спорта есть и в ульяновском «Спартаке». Владислав Аксенов играет в водное поло с детства. Признается, ведет здоровый образ жизни, чтобы показать достойный пример сыну. Долгое время играю в водное поло. Продолжаю этим заниматься в свои годы, уже на ветеранском уровне. И пытаюсь показывать сыну пример. И всегда приятно провести турнир в этом городе, который стал для меня родным после Ульяновска вторым городом. Особо организаторы и судьи отмечают ульяновскую команду. Некогда новички наравне борются с профи. Ульяновские ребята прибавляют постоянно в мастерстве, это заметно. Они играют более уверенно, они играют более зубасто, более динамично, что ли. По итогам всех игр у команд образовалась ничья. Да и счет, признаются участники, для них не важен. Главное – набраться опыта и подготовиться к матчам между другими командами из Приволжского федерального округа. Анна Тищенко, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.